Здравствуйте. Как вы думаете, что объединяет все эти вещи? И не только эти, многие другие. Первое, я вам скажу, это беспорядок. Второе, проблема, где они лежат и постоянные поиски. Неудобно пользоваться и занимают много места. Начну с полотенец. Полотенца есть стандартные, одноразовые, бумажные полотенца. С этими проблемы уже у меня нету. Есть специальные такие подставочки или крепеж, или как еще называется, Держать. держатели для полотенец. Вешаешь его, закладываешь полотенечко, удобно пользоваться, никому ничего не мешает. Классно. Но есть вот такое полотенце, нестандартное. Как с ним, куда его, как его ставить, как ним пользоваться. Я знаю, что многие просто ставят на стол, и так оно пошло. Но все-таки можно же сделать какой-то держатель для полотенца, правильно? Потом те же бусы, обычные бусы, те же браслеты для рук, часы. А вот эти бобины, хорошо, я там занимаюсь немножечко рукоделием. У меня еще и муж имеет мастерскую в квартире. Их же как-то надо аккуратненько тоже складывать. Вот я сделаю вам сейчас, покажу, как я сделала эти держатели. Легко, просто, за буквально, ну не за 5 минут, конечно, не за 5 минут, нет. Немножко дольше надо потрудиться, но все-таки, кто любит рукодельничать, присоединяйтесь ко мне, я вам сейчас все покажу. Мне для работы понадобятся трубки. Трубки бывают разные, разной длины, разной толщины, разного диаметра. Где же мне их взять? У меня есть кухня, на кухне шкафчики, а в шкафчике фольга, пищевая пленка и бумага для запекания. Вот там я найду свою трубку. Потом мне еще понадобится круг. Я его буду вырезать из картона. Любой картон, плотный, хороший картон, и я вырежу круг. Круг буду вырезать определенного диаметра. Любой плотный жгут, канат, веревка. Для работы я взяла клей ПВА. А если я захочу свое изделие украсить, так мне еще понадобится белая краска, паркетный лак и, естественно, салфетки. Так, на круг я наношу клей ПВА. Затем беру трубку, ставлю ее по центру. Так, вот ее по центру, да? И затем накручиваю то, что у меня есть. Жгут или веревочку. Итак, я сделала несколько подставок для удобного пользования полотенца бумажного. Аккуратнее, аккуратнее. Легче пользоваться, легче пользоваться. Затем мы эти все бобины тоже найдем им место. И они у меня будут теперь в полном порядке. Бусы. Браслеты. Даже часы. Опа. Полный порядок. Сегодня я еще раз ответила вам на ваш вопрос, как я навожу порядок в доме. Вот это и есть порядок, начинается тоже с мелочей, как вся наша жизнь состоит из мелочей, приятных и неприятных. Всем самого доброго, счастья, здоровья и радости.